Ну вот я и добрался до Kowloon City Wallet Park. Найти его оказалось не так-то уж и просто. Но чем он еще хорош? Это один из самых долгоработающих парков. Он закрывается 11:30 вечера, и поэтому наслаждаться им можно довольно долго. И панорама в этом парке и правда очень красивая. С такой высоты шумом падает вода. И опять-таки на фоне современного города. Ощущение такое, как будто я стою в какой-то японской или китайской, очень древней деревушке. Вот. И наблюдаю за происходящим. Вся концепция парка сделана, как будто это огражденный стеной какой-то древний городок. Со всей своей инфраструктурой, с домиками, с главными домами, с храмами и тому подобное. Невероятно интересная и умная находка. Всегда вот мне хотелось не просто сфотографировать, но и оказаться непосредственно вот в чем-то подобном, то есть фактически в средневековом или даже в древнем Китае, вот, или в Японии. Плюс это все очень хорошо еще подсвечивает. Сейчас недостаточно еще темно, сумерки только опускаются. Вот если бы было гораздо темнее, было бы очень красиво на фоне темного неба, такие вот контрастные фонарики повсюду, было бы просто замечательно. Но и так, за такую очень интересную, креативную идею твердые 5 баллов.